Дамы и господа, здравствуйте. Меня зовут Сергей Коротков, и я эксперт клуба Whisky Lobs. И я хочу поздравить вас с Днем космонавтики. И вы, наверное, задаетесь вопросом, каким образом тема виски связана с темой космоса. Все потому, что в целях эксперимента в 2011 году виски винокурни «Арбик» был отправлен в космос. Релиз был назван в честь отца астрономии Галилео Галилео. «Арбик Галилео» — это виски 1999 года дистилляции, разлитые в 2012 году при крепости 49% содержания спирта. Спирты выдерживались в бочках первого заполнения из-под Марсалы и Бурбона в течение 12 лет. Тираж релиза составил всего лишь 50 тысяч бутылок. Друзья, давайте продегустируем виски. Нормат Арбик Галилео обладает пряными и резкими тропическими фруктами, окуренных клубами дыма. Продегустируем виски на вкус. Вкус виски соленый, но в то же время и сладкий. Он обладает сливочными оттенками, в которых проявляются подкопченные абрикосы. И завершается все это длительным спокойным послевкусием. Данный релиз победил в конкурсе World Whisky Awards как лучший виски 2013 года и лучший сингл молт с острова Айва. В нашем клубе Whisky Rooms вы сможете продегустировать эксклюзивные образцы виски Арбик. И будем рады видеть всех ценителей виски и спокойного отдыха. До новых встреч на нашем канале!